На Вінігродянській області на телеканалі «Білорусь-4». У студії Маргарита Валькевич. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Работники прокуратуры подтверждают, у опошние годы особливую значность набыла деятельность по расследованию криминальной справы об геноциде белорусского народа. В Орловском районе нетверозая школьница выпала из окна 5-го поверха. Медики констатовали, что в организме неполнолетней было 2,5 промилле алкоголю. Гродно принимает областные споборництвы «Скураный мяч» сирот юнаков 2011-2012 годов народжения на призы президентского спортивного клуба. Головный трофей разыграют у вересні. У Ворновском районе нецвероза школьница выпала из окна. Как поведомляет следчий комитет, 15-годовая девчина была у гостях у своих знакомых, яким уже исполнилось 18 годов. Неполнолетняя разом с товарищами уживала алкоголь. У нецверозом стане она сидела на подоконнику, у некий момент стратила равновагу и выпала из окна 5-го поверха. Девчину шпитализовали. Медики констатовали, что в организме неполнолетней было 2,5 промилле алкоголю. Обставины инцидента устанавливает проверка Ворновского районного отдела следчего комитета. Особливая увага будет нададена высветлению причин и передумов, которые содействовали здоровью. С термичными опеками, отриманными от мангала, шпитализовано дитя у Лицкую центральную больницу. Об этом рассказали врачи, которые провели огляд девчинки по звороте батьков. Дежурный медик потлумачил, что в установу оховы здоровья шпитализована пациентка 2021 года народжения. Высветлилося, семья с маленькой дочушкой отпочивала на даче. На участку был запаленный мангал, який обложили цеглой. Дитя бегало, гуляло и в некий момент спотыкнулося, упало и докранулося до горячей цеглины. Оглядевши малышку, батьки убачили почервонение скуры и с этой причины звернулися по допомогу до медицинских работников. Врачи приняли решение об шпитализации девчинки в установу с термичными опеками. Стан потерпелой тяжко стабильный. А в Сморгонском районе огненное здарение имело трагичные наступства. На пожары загинула женщина, еще 2 человека были выратованы. В райцентре горела квартира на переулку Светлянскому. Коли на выклик прибыли пожарные разлики, из окна на первом поверсе шматкватерного дома уже ушел дым. Одночасово с тушением пожару выратовальники организовали эвакуацию жихаров. Подчас разведки бойцы нашли загинулую господиню житла 1972 года народжения. В соседней квартире были терминово выведены пенсионерка 1951 и мужчина 1992 года народжения. Медработники шпитализовали выратованных у медустанову. Их стан средней ступени тяжкости. Причина здарения удокладняется. Попереднее до гибели человека привело неосторожное курение. Забеспечение вершенства права, законности и правопорядку, оборона правов и законных интересов громадян и организаций, а так само громадских и державных интересов. Такие задачи стоят перед органами прокуратуры, и они с ними справляются, ожидающий нагляд за выполнением законодательства в разных сферах. Вот уже второе столетие прокуратура Беларуси стоит на защите интересов общества и государства, являясь ключевым институтом надзорной системы. На протяжении ее вековой истории зарождались лучшие профессиональные традиции, сохраняемые и приумножаемые современным поколением работников, для которых выбранный путь, как и для предшественников, являлся не только профессией, но и, конечно же, призванием. Справедливость, четкость и профессионализм были и остаются безусловными ориентирами всех поколений работников прокуратуры. И уверен, что прокуроры будут и впредь гарантом эффективного решения задач по обеспечению законодательности и правопорядка, оставаясь преданными профессии, службе, Отечеству и настоящими патриотами своей страны. На Гродзенщине на варте закона и обороны правов и интересов громадян стоит свыше 960 работников прокуратуры. Штогод они проглядают миллионы сторонок криминальных справ по разных направках, рыхтуют тысячу промов для судовых посяджений и столько же разглядают в устных и письмовых зворотах громадян. Как было отмечено на мероприятии, примеркованном до профессийного свята, якое работники прокуратуры Беларуси означают 26 червня, у своей працы гэтые люди керуются перш за все принципами незалежности, справедливости, сумления и пристойности.
Особливую значность у опошняя годы набыла деятельность по расследованию криминальной справы об геноциде белорусского народа у годы Великой Айчиной и у послевоенный период. Память тех, кто наближал великую перемогу и отдал жизнь в борьбе с немецкими фашистскими захопниками и их помогатыми, работники прокуратуры при Нюмане ушановали каля братской могилы загинувших у годы войны советских воинов и партизан у парку Жильбера у Гродні. До подножины усклали кветки. Колькость наркозлочинства у Беларуси зменшается. Такая же тенденция у опошние два года назирается и у принемании. Разом с тем, означают супрацовники органов внутренних справ, сёлета значно повеличились объемы выявленных наркотичных сродков и психотропных речевов. Гуторка идет про десятки килограммов, что свечит про распаусюджение такого зла в громадстве и одночасово эффективную працу милиции. На створение громадства без наркомании накированы и Международный день борьбы со злоуживанием наркотичными сродками – их незаконным оборотом, який уже 3,5 десятигоддя, означается 26 червня. Только агульными намаганнями, одночасово праз профилактику використання забороненных речевов и боротьбу с наркодилерами, можно добиться певных выников у решения проблемы, яка все еще стоит востро. Протяг темы у рубрицы «Комментарий дня». В результате практических мер, направленных на предупреждение и профилактику этого вида преступлений, сохраняется тенденция сокращения наркопреступлений как в 2022 году, так и практически уже за 6 месяцев 2023 года. Одним из главных показателей хочу отметить, что в этом году не зарегистрировано фактов отравления наркотиков, в том числе со смертельным исходом. Прекрасно понимая тенденцию сегодняшнего дня, отмечу, что и для Гродненской области характерно распространение наркотиков через интернет-магазины. Практически 75% преступлений характеризуются этим способом. Касаемо сбыта наркотиков, можем сказать, что каждый 9-й из 10 сбытов наркотиков именно связан с сетью интернет. Гродненская милиция наряду с правоохранителями всей республики ставит достойный заслон наркопреступлениям. Хочу отметить, что в этом году нами уже пресечен канал поставки наркотиков именно в Республику Беларусь, а также ликвидирована деятельность одного интернет-магазина. Но это, конечно же, не дает нам повод для какого-либо самоуспокоения. В республике изъято практически в 6 раз больше наркотиков, чем в 2022 году. В Гродненской области уже на сегодняшний день нами изъято более 55 килограмм синтетических наркотиков и наркотиков растительного происхождения. И эта цифра на 47 килограмм больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важнейший показатель – это, конечно же, вовлечение в наркопреступления несовершеннолетних. Эта цифра тоже снижена. В этом году в отношении подростков возбуждено только 3 уголовных дела. В прошлом году было в отношении 3 подростков. В прошлом году таких фактов было, к сожалению, 11. Конечно же, это все результат совместной профилактической работы. Это и выступления, это выездные судебные заседания, это работа педагогических работников, даже микроколлектива в каждом учебном заведении. И эту работу нужно продолжать и, наверное, еще более активными темпами. Поэтому озвученные мною цифры, озвученные показатели считают, что наркоугроза остается довольно-таки серьезной. И только совместными усилиями, именно комплексными мерами всех субъектов профилактики, здравоохранения, образования мы сможем, пускай не победить это зло, но держать его в нужных рамках. С 1 июня по 15 сентября специальная программа МАК, основная задача которой – это сократить количество наркосырья, которое может быть вовлечено в наркооборот и в том числе использовано наркопотребителями. Каждый год мы ее проводим, активно вовлекаем все службы, органы внутренних дел в решение этих вопросов и доводим до населения в том числе необходимость своевременного выявления, пресечения, уничтожения растений, которые могут быть использованы наркопотребителями. Уступная кампания протягивается. Абитуриенты сдают централизованное тестирование.
У минулую суботу, 24 червня, отбылось выпробование по замежной мове. В Гродненской области испыт прошли 1199 человек. 77 зарегистрированных на экзамен не заявились. А 26 червня было проведено централизованное тестирование по химии. Этот предмет в регионе сдавали 550 абитуриентов. 77 зарегистрированных на ЦТ отсутничали. Задействовали 21 аудиторию у 4 корпусах навучальных установ Гродно, Волковыска и Лиды. За 150 хвилин абитуриентам необходимо было выполнить 38 заданий. Как поведомили областной комиссии по контролю за ходом уступной кампании, 6 и 7 тестирование ЦТ по замежной мове и химии у приема не прошли без порушений. Тем часом стали ведомые выники централизованного тестирования по белорусской мове. На 100 баллов написали тест 16 абитуриентов из всей страны. Выники ЦТ можно отримать на сайте Республиканского института контролю ведов. Шрифт Брайля застается важным способом зносин отримания и передачи информации для людей с обмежеваниями по зроку. У нас час так званая тактильная азбука все больше выходит у повседенное житё по сродках табличек, показальников, аннотаций и інших надписов. Заявляются и новые технологии, которые в сполучении со шрифтом Брайля облегчают працу, коммуникацию, навучание и увогуле повседенное житё неведущих людей. Освоить азбуку, натренировать навыки гродинцам помогают у специальной библиотеке для инвалидов по зроку. Тут працуют не только по привычных методиках, для лепшего засвоивания новых ведов, тут регулярно проводят адмысловые конкурсы, гульни и викторины. Дать отказ и правильно его записать. У гэтым сэнс интеллектуальной гульни, якая гэтым разом просвешена классикам белорусской литературы. За столом работники предприемства «Фильтр». Як орешки, пытание лузгая, системный администратор Петр. Хлопец не бачыць нараджэння. Писать и читать по Брайлю ён навучыўся у школе. И до гэтага часу лічыць, что, не глядзячы на техничный прогресс, шрифт не страціў своей актуальности. Несмотря на то, что сейчас с доступностью той же литературы стало все намного проще. Ну, как многие знают, наверное, по Брайлю литературы не так много различных книг. Но все равно я считаю, что Брайль все еще нужен, потому что со временем будет, возможно, появляться все больше табличек, опять же, потому что всегда можно распознать с помощью камеры телефона, что написано, ну или вернее попробовать распознать, но не всегда это хорошо получается. А если есть табличка, то, конечно, надежнее прочитать по Брайлю, что там на этой табличке указано. Думку Петра подтрымливая и Ирина, инструктор по реабилитации Белорусского товариства инвалидов по зроку, якая разом с работниками специальной библиотеки организовывает конкурсы, гульни и викторины на ведание шрифта Брайля. До уделу у их притягиваются и люди, которые стратили зрок у дорослым житти, а значит, засвоивали азбуку поздней. Как показывает практика, такая наука им дается значно тяжей. Много есть возможностей для использования этого Брайля, поскольку даже лекарственные препараты, вот упаковки подписываются шрифтом Брайля, кабинеты в учреждениях медицинских и в других тоже подписаны шрифтом Брайля, и также какие-то указатели на железнодорожном вокзале, на автовокзале. То есть это все актуально, чтобы человек уверенно себя чувствовал в окружающем мире. Рельефный шрифт першопочатково был придуман для военных, але у армии он не прижился. Ведущим оказалось не под силу читать пальцами. Але находка не пропала, ее у 1824 году допрацовал Луи Брайль. У вынику отрымался тактильный шрифт, який зараз для письма и читания використовывают неведущие усяго свету. Шрифт Брайля – это шеститочие, на котором можно изобразить 63 знака. Это и все, практически все алфавиты, которые вот есть. Это математические знаки, это знаки препинания, это физика, химические формулы, ну и даже в общем-то, ноты. Гэта гульня – тренировка перед отказным конкурсом, на яким команда будет отстоивать гонор своего предприемства. А тому подрыхтовка протягнется у тымлику на базе библиотеки. До слова, ближе познайомиться со шрифтом Брайля и максимум засвоить его у досконалости мясовые работники помогают не только людям с проблемами зроку. Для охотных родинцев тут ладят адмысловые мастер-классы.
Черговый творчий проект однородного фотоклуба «Гродно». В областном центре открылась выстава «Боевое братерство». Ее автор Александр Стаценко – удельник заслуженного аматорского коллектива, у ряды якого он вышел у 2018 году. Кристина Шевельова протягне. Александр Стаценко народился у 1942-м и первые полгода разом с семьей провел у оккупации. Еще долгий час он чул реха Великой Айчинной войны. Как признается автор, тема войны для него особливая. Ветераны – частые герои его фотоздымков. Александр Стаценко – сам ветеран педагогичной працы, тренер по плаванию, у минулым военнослужащий атомной подводной лодки. С фотографией он вось уже больше за 60 годов, а начинал со спортивных репортажей. Там я начал заниматься фото в 60-м году студентом первого курса Центральной школы тренеров России. У нас был факультатив фотокино. Тренер должен владеть техникой для съемки всех моментов спорта. И вот я с преподавателем ездил в Сокольники, снимали фигуристов. На стадионе в Малаховке тренировалась сборная Союза. Из них стало 11 олимпийских чемпионов. Выстава Александра Стаценки – это панорама ветеранов Великой Айчинной принимания. Своя особливая подяка советским солдатам и офицерам за их подвиги. Автор рассказывает, что старается наведывать все важные городские мероприемства и памятные местины, как поспеть заховать в образы героев войны. Его репортажи – полные щирой атмосферы, правдивых моментов и неподробных эмоций. Вся жизнь посвящена у меня связана с фронтовиками. Отец воевал. Четыре деда воевали, два погибли. Двоюродный брат погиб, дядя погиб. И поэтому, когда все мероприятия проводились, вот День Победы, День освобождения Гродно, все связано с фронтовиками, я снимал, фототека большая. Ну вот Александр Иосифович на свое усмотрение, но они дали возможность поколениям любить, родиться, трудиться, творчески развиваться, ну, в общем, наслаждаться жизнью. Это поклон этим великим людям. Александр Стаценко – активный удельник усіх проектов, которые Народный фотоклуб «Гродно» организовывает у родном городе, у Беларуси и за межой. Особливо важной он называет ту участку работы, которая накирована на молодое поколение. Тому он частый гость школьных мероприемств, у тем лику патриотичных. Это память, которая будет перенесена в будущее. Ну и вот та же Валентина Баранова, Судакова, нет уже в живых Абелевского, но он здесь есть, присутствует. Эти фотографии сохранят память, и особенно важно, о них и на них будут учиться будущее поколение, молодежь. Это значит, что эти люди не зря совершили свой священный подвиг во время страшной Великой Отечественной войны. И сегодня долг всех нас не допустить повторения этих трагических событий в наше мирное время. Выстава «Боевое братерство» – это данина памяти героям, которые здійснили свой подвиг под час Великой Айчинной войны. Валентина Баранова, Зинаида Судакова, Рыгор Абялевский – их имены ведая каждый гродинец. На фотографиях яны – удельники свят и парадов. Увага до ветеранов Великой Айчинной будет без конца. Память об героях войны николи не зникне. Герои застанутся назавжди у памяти и на здымках. Больше за 2000 спортсменов из 18 стран официально прошли через аккредитационную систему для участия у других гульнях стран СНД. Свой выход на старт подтвердили 9 стран, которые участвовали у первых гульнях стран СНД в Казани. Дополнительно будут представлены делегации из Монголии, Вьетнама, Объединенных Арабских Эмиратов. Планируется, что стран-участниц станет значно больше. Формат соревнований открытый. Проведены уже тестовые турниры практически по всех видах спорта. Что касается организации гульнев, то створены организационные комитеты трех уровней – республиканского, областного и объектового. На слово, сейчас проходит заключный этап подготовки до масштабного спортивного форума. Наведение порядку и глянцу на объектах – брендирование. 4 липня организаторы вступят в активную фазу. А кроме того, рыхтуются и церемонии.
цырымоніі адкрыцця і закрыцця. Іх месцам правядзення стане самы вялікі комплекс, які змяшчае 15 600 чалавек – Мінск-арэна. Адбудуцца шоу 5 і 13 жніўня адпаведна. Лето дитячого футбола у повному разгаре. У Гродні проходять обласні спаборництви «Скурений м'яч» серед юнаков 2011-12 годов народження на призи президентського спортивного клуба. Особливість турніру – удел у імені професійних команд, а це видатна можливість продемонструвати себе. На штучному полі футбольного манежа ЦСКА «Ньоман» наймоцнейших будуть виявляти серед 14 команд з різних кутків Гродівщини. Тетяна Гришук розкаже. Здружить дітей, притягнуть до масового спорту. Таким турнірам, як «Скураний м'яч», удається на ура. На футбольній арені одночасово знаходиться кілька команд. Для кожної перемога надзвичай важлива. Спаборництві – це не тільки престиж, але й можливість найбільш мотивованим відкрити привабні перспективи. Охотно принимают, дети готовятся на протяжении года к этим соревнованиям целенаправленно. То есть и у нас в каждой возрастной категории это не менее 14 команд, а то и 15, и 16 команд. Поэтому это говорит о том, что подходят к этим соревнованиям со всей серьезностью во всех наших районах Гродненской области. У нас мальчик с города Гродно, участвуя в кожаном мяче, получил предложение от Академии Краснодара в России и поехал туда, в Академию, тренироваться. То есть это говорит о том, что уровень достаточно серьезный, и отбор детей среди участников вот этих соревнований проводится в спортивных школах и клубах нашей Республики Беларусь, и не только. Старанность у выполнении тренерской установки – одна из главных рыс команды Гродненского района. По словам тренера, затекавленность у юнаков высокая, что позволяет у полной меры продемонстрировать индивидуальное и командное мастерство. Когда мы участвуем в соревнованиях не такого формата, все равно, как ни крути, кто бы ни говорил, все равно результат. Каждый хочет показать. И всегда будут играть ребята, там, костяк сильнейший. А здесь формат очень правильный, нужный для всех ребят. Поэтому ребята развиваются, двигаются активно. То есть уровень команд растет с каждым годом и у нас в области, ну и в республике. А кроме того, тренер поделился, что разом со своими юнаками он уже 4 года. Для некоторых это первый удел в спаборництвах, але есть и те, кто имеет солидный гульнявый опыт. За час выступов яны спознали радость перемог и отчули себе соправдной командой. Было много поражений, побед, радости, эмоций, слез. Через это все надо проходить. У регіоні тривалі футбольні традиції. Многі представники футбольного Ньомана у свій час були удільниками скураного м'яча. Окрамя того, приньоманські команди з заіздросною частотою становяться переможцями і призерами республіканських спаборництв. Долучиться до ліку переможців марить і команда Смаргонського району. Настроение у всей команды вообще отличное, у меня тоже, но немного есть волнение. Мне больше всего нравится вот это соперничество, приятные моменты, когда, например, забиваешь или делаешь хорошую результативную передачу. Мы все считаем, кажется, что все выполнят все как надо, все голы будут отбиты, забиты, но мы настроены побеждать. Юнаков чакає 3 дні заўзятай барацьбы – на коне, перамога ў абласным этапе і адбору зборную в абласці. Але як бы не размеркаваліся месцы ў турнірнай табліцы, кожны з удзельнікаў лепшы, таму што выбраў футбол – гульню, якая загартовывае сілу волі і баявы характар. Да слова, галоўны трафей республіканскіх спаборніцтваў «Скураны мяч» на прызы прэзідэнцкага спартыўнага клуба будзе разыграны ў верасні ў Мінску. На гэтым выпуск завершаны. Я развітваюся з вамі. Усяго добрага. У аўторак 27 червеня у Гродні чакаецца пахмурне надвор'е, у другой палове дня дождж. Раніцай слупок термометра пакажа каля 18 градусаў тепла,
Днем до плюс 22, а вечером до плюс 16 градусов. Ветер паўднёвы 3,7 метров за секунду. Атмосферный тиск 746 миллиметров ртутного слупка. Вільготнасць паветра каля 72% раніцай, 54% днём і 85% вечарам. З улікам усіх метэаралагічных дадзеных, адчуваемая тэмпература паветра на працягу дня будзе вагацца ад 16 да 22 градусаў цяпла. У районных центрах 27 червня надворье буде наступным. У Великой Бераставицы, Свислочи и Волковыску каля 18 градусов тепла раницей, до плюс 21 днем и до плюс 16 вечером. Пахмурно, дождь. Ветер паўднёвый 3,7 метров за секунду. У Зельве каля 20 градусов тепла будет раницей, до плюс 21 днем и до плюс 17 вечером. Пахмурно, дождь. Ветер паўднёвый 3,7 метров за секунду. У Слоніме будет каля 20 градусов тепла раницей, до 23 паветра прогреется днем и до плюс 17 вечером. Воблачно, дождь. Ветер паўднёвый, яго хуткасць 3,7 метров за секунду. У мостах, Шчучыне и Новогрудку прогнозуется каля 20 градусов тепла раніцай, до плюс 23 днем и до плюс 16 вечером. Воблачно, дождь. Ветер паўднёвый 3,7 метров за секунду. У Лідзе, Іўі и Воронове синоптики обяцают каля 19 градусов тепла раніцай, до плюс 25 днем и до плюс 17 вечером. Воблачно, дождь. Ветер паўднёвый, хуткасть 3,7 метров за секунду. У Астраўцы, Ашмянах и Дятлаве термометры покажут каля 18 градусов тепла раніцай и вечером и до плюс 24 днем. Воблачно, короткочасовый дождь. Ветер паўднёвый 3,7 метров за секунду. У Смаргоні, Карэлічах синоптики прогнозуют каля 17 градусов тепла раніцай, до плюс 24 днем и до плюс 19 вечером. Воблачно, без опадков. Ветер паўднёвый 3,7 метров за секунду. Геамагнітная ситуация у аўторак 27 червня будет довольно спрыяльной. Сонечная активность не перевысит узроўню невеликих геамагнітных хваляванняў. Узыход Солнца у 4:56, заход у 21:58. Светловый день у параўнанні с понеделком поменьшится на 1 хвилину и складе 17:02. По месяцовым календары малады месяц, а дакладней 27 червня у 13:54 пачнецца 10-й день месяцовага циклу. Аўторак будзе даволі складаным. Трэба быць гатовым да барацьбы з падманам і ілюзіямі. Запланаваныя праекты запатрабуюць больш грунтоўнай падрыхтоўкі, а старыя незавершаныя справы будуць аднімаць шмат сіл і энергіі. Неспрыяльны час для зносін з калегамі па працы, аднак няблага будзе стрымацца і не выказаць свайго негатыўнага стаўлення да навакольнага асяроддзя. Канфлікт не прынясе карысці ніводнаму з бакоў. У аўторак 27 червня па народным календары Алісей Грычкасей, які ў папярэднія два дні на Нупрэя і Акуліну на Алісея таксама здасявалі грычку. Назіралі ў гэты дзень за надвор'ем. Дождж на Алісея быў не вельмі добрай прыкметай. Лічылася, што ў такім выпадку бліжэйшыя 7 тыдняў будуць таксама дажджлівымі.
Па православным календары 27 червеня імяніны у Георгія, Елісея і Мстислава. У каталікоў дзень анёла адзначаць Кірыла, Ян, Яна, Мар'я і Тереза.